Доброе-доброе время суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. У нас тепло и солнечно. Посмотрите, какая замечательная у нас наша песочница. Я прям не нарадуюсь. Мамочки в пиджачках, деточки, вот они бегают. И я просто не могу представить, кто сидит в такую погоду дома. Кто в такую погоду сидит дома? Немедленно выходим, немедленно занимаемся двором, окапываем. Кто-то внуками, кто-то детками. Кто-то окапывает, убирает. Кто-то стирает. Кто-то ковры выбивает. Я, слава богу, от ковров избавилась. Но куда я избавилась? В летнюю резиденцию. Ну, а в летней резиденции мне очень удобно, девчонки, мальчишки, мыть коврики. Я шлангом, хорошо, хорошо. У меня есть видео, посмотрите, как я отлично мою ковры. Сейчас у меня во всех резиденциях операция окна. Это, конечно, начать и закончить. У меня столько окон. Вот, теперь меня спрашивали по поводу простудных заболеваний. Девчонки, мальчишки, я не болею. Слава Богу, Господь Бог дает мне мудрость для того, чтобы не болеть. Например, недавно избавилась от зуба мудрости. Вот взяла себя в руки и сказала, пошли, Кэтрин Докс, и будем избавляться от этого зуба мудрости. Заодно и рядом, который наращивала, тоже, говорю, убирайте, потому что лучше поставить имплант чуть позже, чем наращивать. Это я вам сразу говорю, потому что нарощенные зубы, у меня один зуб вот был нарощен, который, он через время, проходит 3-4 года, все, он рассыпается, 5 лет от него ничего не остается. Поэтому все, такого опыта вот делюсь, у меня больше не будет. Теперь по поводу кашля. Мне написали, что сильный кашель, там 15 лет у девочки. Ну, во-первых, надо узнать, какой это у вас кашель. Нужно обязательно, обязательно пойти к своему доктору. Нужно сдать анализы всегда, потому что кашель бывает разный, если затяжной, если с температурой, без температуры. Но на всякий случай вы должны знать, что 37,2, 37,3, 37,4 и так далее, это легочная температура. Это такая подсказка вам, чтобы вы просто знали. Дальше. Если просто там какой-то легкий простудный кашель, что я советую, например, своим родным и близким? У меня одно лекарство, Неумывакина, сода. Я вообще, кто смотрит давно мой канал, тот знает, я с содой очень дружу. Я в том числе и употребляю ее вовнутрь, я пью соду. Кто-то скажет, да ну что, это тот, кто новенький. А я пью соду периодически. Это не значит, что вам нужно все бросить и начать пить соду. Нет, это надо знать как, что. Вот у меня есть в плейлистах сода в моей жизни или профессор Неумывакин. Зайдите в плейлистики, это как библиотечка на мой канал. Во-первых, подпишитесь обязательно со своего аккаунта. Ваша жизнь совершенно изменится. Вообще радикально. И там у меня конкретно я рассказываю, как я пью, что я пью, почему и как она действует. У меня много видео, вы все узнаете об этом. А по поводу, чтобы от кашля спастись, если это такой легкий простудный, то сода, она прекрасно разжижает мокроту. Так писал Неумывакин в своей книге. Это Иван Павлович Неумывакин, профессор, кто не знает, профессор медицинских наук. Так вот, он писал, что сода в своей книге «Сода. Мифы и реальность», она отлично разжижает мокроту, и поэтому ее рекомендуется применять для смягчения кашля. Сода питьевая, 1 чайная ложка, и молоко 1 стакан. Молоко нагревают до такой температуры, которую можно терпеть как питье, но не кипятить, но почти закипятить. И, конечно же, козье молоко. Не коровье, а козье. Козье молоко – это самое лучшее молоко. И дальше растворить в нем соду и выпить только маленькими-маленькими глотками перед сном. Все.
Сода 1 чайная ложка, молоко 1 стакан. Это изумительное средство, изумительно. Вот. А при сильном кашле тот он рекомендовал применять следующее средство в своей книге. Сода питьевая 1/2 чайной ложки, жир нутряной, не соленый, 1 чайная ложка и молоко 1 стакан. И он говорил, что нужно вскипятить молоко, добавить соду и нутряной, не соленый жир, тщательно перемешать и выпить небольшими, опять-таки маленькими глоточками. И принимать 2-3 раза в день до еды. Перед сном во время лечения можно натирать грудь нутряным жиром, но лучше козьим. А у кого есть бараний жир, замечательно. Всегда запасайтесь козьим жиром, бараньим, нутряным. Это замечательная штука. А не покупайте, чуть что люди бегут за растираниями химическими в аптеку, детей этой химией натирают, втирают через кожу, вот это вот провоцирует раковые всякие заболевания. Вы что? И вот после такой процедуры рекомендуется надеть сначала хлопчатобумажную маечку, потом шерстяной свитер и лечь в постель. И, конечно же, курс лечения до полного выздоровления. А у кого ангина, тонзиллит, ларингит? Вот как я избавилась полностью от тонзиллита? У меня был. Раньше, лет 20 назад, я прямо каждое утро просыпалась, и у меня что-то в горле. Хотя постоянно чищу зубы, постоянно полоскаю горло. Что такое? Не могла без стакана теплой воды. Я забыла об этом после того, как Иван Павлович Неумывакин, профессор-академик, вошел в мою жизнь. Сода питьевая 1/2 чайной ложки, соль, йодный спиртовой раствор 5%, 3-5 капель, а соль 1 чайная ложка. И в стакане горячей воды, там температура 80 градусов, растворить соль, соду, добавить спиртовый раствор йода. Или вместо йода можно 15-20 капель 3% перекиси водорода. Тоже очень люблю перекись. И вот таким приготовленным составом полоскать горло 3-4 раза в день. Ну, чем больше, тем лучше. В общем, курс лечения до полного выздоровления. Действительно, полностью все уходит. Ну, а я люблю вас. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Пусть Господь Бог вам дает здоровье. И да, совсем забыла. Совсем забыла за без того, без чего вы не сможете обойтись. Это без имбиротерапии. У меня есть видео. Опять на канале. Называется имбиротерапия. Зайдите в плейлист. Называется имбиротерапия. Там виды, как делать лекарства под названием имбиротерапия. Это бесподобная вещь, которая настолько укрепляет иммунную систему любого больного, любого, повторяю, даже с самым страшным иммунитетом. Если каждый день по столовой ложке в теплую водичку вы будете вливать этот сок, или просто, я, например, просто пью, либо в сок, либо в чай, либо куда угодно вливаю, и это, конечно, просто симфония. Вы никогда болеть не будете. Вот эта вот имбиротерапия, это такая, скажем, комплексная терапия, которая полностью вас насыщает всеми, абсолютно, повторяю, всеми необходимыми витаминами и микроэлементами. Входит туда лимон, имбирь, алоэ вера. Иногда мы будем добавлять, ну я обычно добавляю, что-то такое разное. И вот, девочки, посмотрите, сейчас хочу показать. Девочки закрыли, видите, вот они уходят с детками, все, они заперли на замочек. Они закрыли, сложили эти скамеечки, нашу песочницу-трансформер, заперли, у каждого есть замочек, и все, и пошли в дом. Все, вот так вот, чистенько, аккуратно, красиво, игрушки они с собой не таскают, игрушки все там, в песочнице, но никто их не украдет, потому что там замочек, вот, и никто это долбать не будет. И получается, видите, у них и песочница, и в то же самое время скамеечки, и плюс ко всему прочему, все чисто, аккуратно,
Ну и кладовочка, где можно оставлять и не таскать с собой игрушки. Просто красота. Всем советую. Я уже рассказывала, я всегда радуюсь вот этому чуду нашему. Чуду. Казалось бы, а чудо? Все, все спать ушли? Наверное. Ну а я люблю вас. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Теперь все. Пока-пока.